Как превратить девятиэтажку в помойку? Об этом не понаслышке знают жильцы дома 61 по улице Мира. С недавнего времени их подъезд и обратная сторона дома превратились в самую настоящую мусорную свалку. Причем самое интересное и удивительное в этой ситуации, что безобразие здесь развели сами жители. В рубрике «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите» подробности. Это мусорное великолепие копилось не один месяц. Как рассказывают обслуживающие эту территорию сотрудники, местные жители никого не стесняются. Пакеты с бытовым мусором выбрасывают из окон подъездов. Их можно было бы понять, если бы поблизости не было контейнеров. Однако площадка с мусорными баками в нескольких десятках метров отсюда. Просто кому-то лень. Последние, наверное, года три. Я не знаю, кто сюда вселился, кто здесь вообще живет. Вот такое свинство. Причем возмущаются не только жители, но и сами работники ТСЖ, которые ни к уборке, ни само собой к мусору отношения не имеют. Это уже с месяц здесь лежит. И никого нельзя заставить убрать? Да звоним, звоним, а никто, и все отнекиваются. Причем в том, что у тех, кто это сделал, как говорится, ни стыда, ни совести, мы убедились лично. Вот, к примеру, коробка от посылки. На ней адрес и получатель. То есть выходит, что жильцы, устроившие свалку, абсолютно уверены в своей безнаказанности. Мир 61, квартира 803. Кстати, аромат здесь стоит просто божественный, в кавычках. Это местечко давно облюбовали мухи. Удивительно, но даже это не смущает тех, кто мусорит. Видимо, им приятно ощущать запах гнилых овощей. Запах, наверное, очень приятный. Да вот сюда, замечательно, зайдите, зайдите, понюхайте. Но это далеко не самое интересное. В подъезде абсолютно аналогичная ситуация. Куча мусорных пакетов. А над ними, ну, весьма красноречивая надпись. Видимо, терпение у законопослушных и, самое главное, чистоплотных соседей лопнуло. А виновата обслуживающая компания, блин. Мы связались с ТСЖ, который обслуживает этот дом. Там нас заверили, что в понедельник свалку уберут. Правда, нет никакой гарантии, что она не появится здесь снова. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города.